Вот так. Это только портит мне настроение. У меня маленькая дочка. Да, я помню, ты об этом уже говорил. Может, я ее еще навещу. Боже, да ты серьезно ранен, да? Ну что ж. Что ж, позволь мне объяснить тебе, в чем я вижу избавление от всех бед земных. И твоих тоже. Хорошо? Видишь ли, люди, и не представляю себе, как бы они были счастливы, если бы поняли, что значение любого события не определяется его последствиями. Вовсе нет. Значение каждого события измеряется остротой вызываемых ощущений. Ты сам посуди. Любой дурак может взять свой нос, засунуть его в розу и насладиться ароматом. Подумай. Но что, если бы ты смог в равной степени наслаждаться и шипами? Ты представляешь себе, насколько богаче стала бы тогда твоя жизнь? Я исповедую остроту ощущений. Именно поэтому я не ношу перчатки никогда. Потому что ни одно прикосновение не похоже на другое. А когда я убиваю, клянусь, я хочу чувствовать, как тело постепенно остывает, как жизнь улетучивается. В перчатках это не почувствуешь. Ни за что. Даже если они из тончайшего хирургического латекса. Все равно. Я сейчас покажу тебе. Это не больно. Ты чувствуешь? Чувствуешь? Как холод начинает проникать в твое тело. Как это изящно. Но... Хочешь по-настоящему острых ощущений? Хочешь? Еще один клиент. Другой клиент мог бы зайти сюда в любую минуту или даже полицейский. Нет, тебе этого не постичь. Ни за что. Где кассета от видеокамеры? Где она? Я думаю, с этим уже покончено.